Так, добрый день. У нас сегодня не было заседания правительства в обычном режиме. Александр Михайлович, по результатам снегопада, как тут дела стоят и большие жалобы в Карельском сельском населении? Значит, у нас региональные техники работают 37 единиц в районе. Наши техники работают 57 единиц. Сейчас 16 еще в Кургутии, 57 в Манасу, 16 единиц в Манасу. Ну, пытаемся справляться. Хорошо. Когда вы можете доложить о успешном? Мы договорились, завтра опять снег, второй половине, то, что завтра. Мы договорились сами технадзором, что завтра после обеда начинаем объезды. Мы считаем, что сегодняшних суток и завтра полдня достаточно для того, чтобы привести все в порядок. И завтра после обеда начинаем объезжать. Хорошо. Самые проблемы на территории какие? Ну, самая проблема на территории у нас еще традиционная. Это и деревни дальние в Бухаревском поселении, Бажарова, и в Умазовском есть проблемы. То есть, ну, по сути, дедовск, кстати сказать, уже очень страшно. Причина? Дедовская причина в том, что тяжелая очень ситуация внука. Там есть проблемы, связанные с людьми. Все очень низкая зарплата, люди отказываются просто. Александр Михайлович, мы с вами прошлой зимой сами на тракторах ездили. Да. Еще в этой зиму повторим? Как? После стелла. В смысле после стелла? Так чистить снег сейчас надо? Чистят, город занимается, в курсе все работают. А дедовск, что-то не вижу дедовск, где он? Александр. В штатном расписании у дедовского жил 15 дворников. Многоквартирный фонд, 200 домов жилых обслуживают. У вас же новая техника тоже шикарная. Кстати. Техника работает, силами МБУ мы убираем улицы. Угу. А придворовые территории, конечно, в ненадлежащем состоянии. Ну, я считаю, Олег Геннадьевич, что нужно все-таки, то, что я вчера докладывал, да, и в тарифе у МУПов ЖКХ-шных нету этой услуги, и жители за это не платят. Я считаю, что будет правильно, если всю территорию в районе перераспределять там было. Таким образом, у нас поселения смогут напрямую давать деньги бюджетным учреждениям, соответственно, те по бюджетной смете будут убирать территорию, у нас никаких проблем, если проблем ничего не будет, и, собственно, понятно, с того спрашивают. Сейчас... То есть, начиная от входа в подъезд? 5 метров, да. Ну, вот так вот, ну, просто, например, так мы могли его сделать. И, соответственно, жалоб мало, да? Жалоб очень мало. А, Александр, как считаете? Отлично. Хорошо. Вы проработаете тогда и... Мы готовим сейчас письмо. Договорились. На нашу планерку доложите. Дальше в общем порядке, Игорь Николаевич. Уважаемый Олег Геннадьевич, Александр Георгиевич, участники совещания. В целом, за прошедшую неделю обстановка была стабильная. Зарегистрировано 22 преступления, 13 раскрыто. В том числе одно убийство. Выявлено 2 факта нахождения... и избыта наркотических средств. По всем возбуждены уголовные дела. Кроме того, в рамках борьбы с контрафактной алкогольной продукцией сотрудниками БЭП выявлено поступление в наш район контрафактной продукции 2000 бутылок, изъято и возбуждено уголовное дело. Что касается работы, связанной с содержанием дорог, то на сегодняшний день выдано 41 предписание. Мы понимаем тоже сложности с уборкой территории, тем не менее, в общем-то, будем тоже реагировать более серьезно в части, касающейся поддержания дорожными службами соответствующего режима движения транспорта и пешеходов на дорогах. Мы считаем, что это у нас, в общем-то, историческое событие. Каждый должен профессионально год от года повышать свое мастерство, а не кивать на изменения в погоде, потому что ничего тут нового не происходит каждый год. Поэтому тоже информируем, если будет с нашей стороны жесткая реакция. По-другому, я считаю, порядок, наверное, будет навести более сложно, чем вот входить в положение дорожных служб. Что касается непосредственно состояния дорожно-транспортной обстановки, то за текущий период у нас, слава богу, погибших на территории не было, но продолжается активное выявление лиц в нетрезвом состоянии. За неделю было выявлено 18. Единственный день, вот вчерашние сутки были, когда никого не выявили, но это, видимо, было связано как раз вот с осложнением дорожной обстановки. Остальное в плановом режиме, отрабатываем территорию,
возбудили 2 уголовных дела по организации незаконной миграции и готовимся к мероприятиям, связанным с новогодней елкой 15-18 числа. Остальное в плановом режиме. Хорошо, Игорь Николаевич, у меня вечером вчера поздно пришла смс с предложением о приобретении наркотических веществ. Ну, спам такой вот, рассылку. Вот в моем положении, то есть я и люди, которые получают такой спам, куда мы должны обращаться? Вам проще всего, мне. Я понимаю, можно. Ну, а так вот люди... Вообще, если человек считает, что в данном случае поступило конкретное предложение по приобретению, то есть реклама, то они могут написать заявление, в том числе на электронную почту к нам, для того, чтобы мы взяли это себе для отработки. Это, к сожалению, сейчас не редкий случай, вот эти рассылки. Как правило, мы проверку проводили, те, кто делают, скажем так, рассылку, находятся за пределами Российской Федерации. Но, тем не менее, нам для анализа, для использования в оперативной работе вся эта информация очень пригодилась. Поэтому на электронный адрес нашего подразделения на сайте ГУВД это есть. Хорошо, спасибо, Николай. МЧС. Добрый день. Я за 2 недели отчитаюсь, потому что у нас не было. За этот период, за 2 недели на территории Нисинского района произошло 15 пожаров. Из них 3 с признаками поджога, с учетом здания виртуальных услуг. Да? Все пожары эти отработаны, переданы в ОМВД. По причинам из 15, вот, с учетом 3, да, 5 пожаров произошли по причине неисправности и неправильного использования печного отопления, 6 пожаров с электрикой связанные. Да? 2 пожара, которые я бы отметить, хотелось бы резонансно, такие как пожар на мебельной фабрике в складском помещении, который произошел у нас 26.11. Да? Достаточно серьезный пожар был. По прибытию уже горело складское помещение на площади 900 квадратных метров. Удалось нам предотвратить распространение на другие соседние здания. Да? Здание, в том, в котором начался пожар, спасти не удалось. В связи со спецификой загрузки в данном здании, складе хранились легко горючие материалы. Вот. Удалось спасти административное здание 3-этажное и соседнее здание. В пользу случая хочу поблагодарить вашу команду, да, за оказанную помощь, которая возникли у нас ряд вопросов, они были быстро решены, и это, наверное, способствовало успешному тушению пожара. Вот. И еще один пожар у нас произошел в Карасино, где погиб человек. При ремонте автомашины, которая находилась под линией электропередачи, кузов задел линию электропередач, человек предположительно от удара электрического тока погиб и произошло возгорание автомобиля. Общая картина по пожарам на сегодняшний день. 302 пожара зарегистрировано на территории Истинского района. В том году 317 погибших, 9 человек. Что в том году, что в этом. Спасибо. Уважаемый Андрей Геннадьевич, уважаемый Александр Георгиевич, за прошедшую неделю территориальным отделом номер 10 надзора Московской области выявлены нарушения по 21 объекту, устранены нарушения по 17 объектам в сфере чистоты, порядка и благоустройства. В том числе привлечено к административной ответственности по улице Рабочая 2, то, что на совещании ставили вопрос, привлечена мусороводящая организация «Энергорегионсервис» за неудачное состояние контейнера и прилегающей территории. Нарушение устранено. Будем продолжать следить за ситуацией. По зимней уборке продолжается работа, также продолжается и активное выявление нарушений. Остаются у нас в красной зоне, и что подтверждают привлеченными МБУ, это Букаревское благоустройство на территории сельского поселения Букаревское, и МБУ Чистый двор, Ивановское сельское поселение, находится в красной зоне. Необходимо, так сказать, активизироваться и продолжать эту работу по устранению нарушений. Также те поселения знают, высылали фотографии по комиссионному объекту, который был центрального аппарата. Это Дедовск, Снегири, знают Павловская Слобода, Букаревское поселение и Ивановское. Необходимо до конца этой недели, до исхода недели нам
представить центральный аппарат уже фотографию с устраненными нарушениями. Тоже прошу направить нам эту информацию в просьбу. Угу. Как поручение тогда следующим поселением? Еще раз, Ивановская... Ивановская, Дедовск, Снегири, Павловская Слобода и Бугаревское поселение. Ну и, соответственно, городской поселение Нистр, но там не так много выявлено. Также просим поручение, Андрей Геннадьевич, по местам массового отдыха уже, чтобы администрации адресный перечень нам представили. И желательно фотоматериалы, чтобы мы могли надзор уже начинать. По каткам, катки, в первую очередь, и места массовых гуляний, елочные базары и отдыха в новогодний период. Чтобы нам уже эта работа начинать. Я, кстати, от вас хорошо. Так, по зимней уборке также в положительную, но на самом деле, несмотря на недостатки, по городскому поселению Дедовска отмечаются и положительные, и по основным улицам есть положительные стороны, работы ведется там, отмечали. Но по дворам, конечно, еще необходимо завершать все, устранить недостатки. Спасибо. Хорошо, спасибо. Автодор есть у нас? Нет, все на работе, Андрей Геннадьевич. Слушай, правильно запомнили. Сети есть? Сети тоже, они звонили. Было сегодня ночью две больших аварии, одну устранили, ночью было сейчас на гидроузле, они все там. Хорошо. Все, значит. У нас объем израсходованных средств на меры социальной поддержки за 11 месяцев составил 632 миллиона. Но основные цифры – это ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам, их у нас 12 тысяч, сумма 28 миллионов рублей, региональная социальная доплата до прожиточного минимума 8950, ее получают 2500 граждан, это общая сумма порядка 75 миллионов. И одна из самых больших – это выплата компенсации расходов по оплате ЖКХ. Ее получают более 25 тысяч получателей, и сумма 321 миллион. Ну и детские пособия – это на 74 миллиона получает более 3,5 тысяч человек. С 3 по 13 декабря у нас идет декада инвалидов. И 2 декабря у нас в МВК Новый Иерусалим было проведено областное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. Было принято более 300 человек, из них 18 чистых колясочников. Огромное спасибо вам, Андрей Геннадьевич, Ирине Борисовне и Управлению культуры и спорта за оказанную помощь в проведении данного такого масштабного мероприятия. 3 декабря было районное мероприятие, посвященное тоже Международному дню инвалидов. И 3 декабря в вдохновении детской школы было тоже районное мероприятие, посвященное 90-летию Всероссийского общества глухих. 9 декабря у нас будет, во всех учреждениях тоже проходят все мероприятия, посвященные этой декаде, волонтеры подключены. А 9 декабря у нас будет, в России отмечается праздник, День Героев России. На территории района проживают два героя, герой социалистического труда и герой России. Будет проведен урок мужества, то есть будут они приглашены в школу. Иначе начинаем готовиться к новогодним елкам. У нас очень много, я доложу на следующий оператив. Спасибо. Ситуация на рынке труда муниципального района не изменилась за эту неделю. У нас безработица составляет 0,4%. В базе данных по Истринскому району 892 вакансии. И мы используем наиболее известные вакансии Красногорского района. Там около 500 вакансий.
На работодателей по поводу каких-то массовых освобождений до конца года у нас сейчас не предвидится и не поступало сообщений. И о простой, кроме МКУ «Бетон», тоже сведений нет. А кроме этого, мы сейчас выполняем, конечно, контрольные показатели за 11 месяцев. У нас в основном все идет по плану. И до конца года поставлена задача, чтобы и уровень трудоустройства инвалидов не понизился. У нас был 0,48, вот министерство тоже поставило такую задачу, чтобы уровень не снизить, поэтому нам еще надо сейчас вот приложить максимум усилий, чтобы хотя бы двух инвалидов за это оставшееся время трудоустроить. А так все текущая работа. Хорошо, спасибо. Подведены итоги поступления за 11 месяцев 2016 года. Консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 13 миллиардов 53 миллиона, что на 568 миллионов или на почти 5% больше поступления 11 месяцев 2015 года. Из общей суммы поступлений в федеральный бюджет поступило 2 миллиарда 886 миллионов, что на 32 миллиона рублей или на 1% больше поступлений 11 месяцев 2015 года. В бюджет Московской области поступило 6 миллиардов 844 миллиона, что на 1 миллиард 146 миллионов или на 20% больше поступлений 11 месяцев 2015 года. В бюджет муниципальных образований поступило 3 миллиарда 323 миллиона, что меньше поступлений предшествующего года на 15%. В ноябре 2016 года поступления составили 421,5 миллионов рублей. По земельному налогу это 279 миллионов рублей. По налогу на имущество физических лиц 48 миллионов рублей. По транспортному налогу 94 миллиона рублей. Кроме того, за ноябрь задолженность по имущественным налогам физических лиц сократилась в целом на 31 миллион, в том числе по земельному налогу на 18 миллионов. Налогу на имущество физических лиц на 8 миллионов и по транспортному налогу на 5 миллионов рублей. В основном текущая работа. Хорошо, спасибо. Мария Ивановна, у вас как вообще смогли попасть в Красную зону с трудоустройства? Ну, Андрей Геннадьевич, у нас, конечно, есть такие проблематичные места, как тротуар на станции Манихина, может быть, там ребята не справляются. Но на сегодняшний момент, я думаю, возьму под личный контроль и постараемся выйти из красной зоны. Я удивлена немножко. Все удивлены, Мария Ивановна. Все удивлены. Ну да. Постарайтесь, пожалуйста, возьмите на контроль и постарайтесь сделать так, чтобы ивановское поселение по-прежнему было лучше. Да, конечно, лучше. А вы в амбулаторию передали уже, нет? Это дело нет, но нет? Это на середину декабря планируем. Сейчас подготовку документов, документации, и вроде бы сейчас акт должны подготовить о передаче. Ну, вроде как договорились на середину, а потом все сообщим. Сейчас станция обезжелезывания, вот заборный узел станции обезжелезывания. Да. Тоже ждут люди же, да, чистую да. воду? Да. Хорошо. Все подготовим. Хорошо. Татьяна Владимировна, какая помощь нужна? Помощь какая нужна вам? Помощь, Татьяна Владимировна, какая нужна помощь? Помощь никакая. Вот по поводу дорог. Сегодня, сегодняшний день не было ни одного звонка от жителей со всех деревень, из поселка Глебовский. Запад-Восток работает, наш МДО работает, все трактора. МРЭП ЖКХ тоже все с 5 утра работают. И на сегодняшний день они чистят, продолжают, и замечаний никаких не было. Хорошо, но если помощь какая-то нужна, вы обращайтесь, потому что сложно. Конечно, спасибо. Коллеги, вопросы есть? Тогда спасибо большое за работу. Администрация, можно задержать?